Это наша Земля. Ученые из ЮРГУ разработали геоинформационную систему, которая показывает всю информацию о земельных участках. Чтобы можно было понять, где на самом деле, какой вид угодий у нас с вами присутствует. Это в первую очередь мы определяем для себя и для сельхозпроизводителей, чтобы знать, где пастбище, где сенокос, где, например, пашня, чтобы с назначением использовалась данная земля. Информационная система позволяет определить, учтена земля или нет, вспахивается поле или заброшено. Также выявляются частные земли, которые не используются в течение 30 лет для того, чтобы в будущем передать их муниципалитетам для сдачи в аренду. Такая информация может понадобиться потенциальным инвесторам, крупным агропроизводителям, фермерам и Минсельхозу. Для того, чтобы вся земля работала, то есть обрабатывалась, для того, чтобы были более эффективные урожаи и более правильно использовалась земля. Данные у нас приходят и из космических спутниковых аппаратов примерно раз в 3-5 дней. В один клик можно получить данные об арендаторе в виде сельхозугодий, площади и виде собственности. Год назад в программу внедрили искусственный интеллект. Теперь можно спрогнозировать урожайность. Точность составляет порядка 80%. Поля, которые имеют более лучшее расположение по отношению к окружающим объектам, таким как озеро, дорога, река, лес, например, да, мы это все собираем в рейтинг поля и ставим ему там, поле имеет хорошее расположение, и окрашиваем его в красный цвет. В Челябинской области неучтенных и заброшенных земель порядка 20%. В каждом поселении ситуация различается. Больше всего неиспользованных сельхозугодий в горнозаводской зоне.